Приветствую моих любимых зрителей, вы слышите Алексея Халецкого, и я хочу в этом видео, во-первых, извиниться перед вами, а во-вторых, рассказать о технических проблемах с YouTube со стороны как раз людей, которые видео загружают и вам показывают. Извиниться за то, что в некоторых моих последних видео были проблемы со звуком. Я выкладывал FFA сериал за Индию в Sid Meier's Civilization 5, и там в 3, 4 и 6 сериях, во второй половине, просто не было звука вообще. Не то, что там я не говорил, молчал или так далее, просто не было звука. Конечно, несколько обидно, что некоторые мои зрители решили, что я сам специально выложил такое видео. Вот, например, Артём Афанасьев пишет: считаю, что нужно было записать комментарии поверх, а то больше половины видео звука нету, следовательно, это уже некачественный контент. Надеюсь, что в следующий раз, когда такая проблема возникнет, Алексей найдет из нее выход и достойное решение. Естественно, мои давние зрители видели и слышали такие видео, где по технической причине во время вот моей записи именно пропадал звук, и я там что-нибудь наговаривал, естественно, такое было. Поэтому удивительно, что, ну, я думаю, что это как раз новые подписчики. Они решили, что я вот так выкладываю видео, вообще не напрягаясь. Я могу показать, что в программе, в которой я монтирую видео, звук есть, пожалуйста, тут все на месте. В файлах, которые отрендерены, тоже звук есть. Но давайте немного отвлечемся и перейдем к теме видео. Технические проблемы YouTube. Начались они примерно с осени, с начала осени. И сначала повлияли на комментарии к видео. В один момент мне сначала перестали приходить вообще уведомления о том, что появляются новые комментарии. А потом комментарии стали пропадать и к самому видео. То есть я, например, открываю видео, вижу, там написано 40 комментариев, а вижу только, например, 3 или 5 комментариев. Остальные фиг знает где. Так потряхивало некоторое время, потом комментарии вернулись. Дальше у меня есть такой инструмент, как проверка спама и нежелательных комментариев. У меня включен спам-фильтр, и, например, матерные комментарии не проходят. Так вот, там висело, мол, на проверке у вас 123 комментария, заходишь туда, и ничего нету. Или написано на этот комментарий получено столько-то ответов, опять же, заходишь, там ничего нету. И на самом деле это продолжается до сих пор, просто не в таком масштабе, но какие-то комментарии реально пропадают, и их тупо не видно. А самое прикольное во всем этом, периодически, знаете, что происходит? Вы пишете комментарий к моему видео, я хочу на него ответить, а мне пишет: у вас нету прав для того, чтобы здесь оставить комментарий. То есть у меня, у создателя этого сайта, нету прав, чтобы ответить в своем же видео. И это реально проблема не решена. Я об этом писал вот в сообществе, показывал скриншот, и оно периодически происходит, действительно. А теперь дошла очередь и до самих видео. То есть либо в процессе загрузки, либо в последующем процессе обработки YouTube видео куда-то девается звук. Ну, давайте предположим, может, я как-то неправильно видео загружал, да, то есть у меня были обрывы в сети, но дело в том, что когда у меня даже давным-давно был плохой интернет со скоростью загрузки 512 килобит в секунду, и я каждое свое видео около суток загружал, даже тогда подобных проблем не было. Были обрывы, я останавливал видео, там выключал компьютер, потом я мог обратно запустить загрузку, и она продолжалась с того момента, где закончилась. Это офигительное удобство YouTube, что вы можете большие файлы не одним куском загружать, а несколькими. И потом с видео никаких проблем не было. Мне писали в комментариях, что, может быть, YouTube таким образом удалил неправильную музыку из моего видео. Такое же ведь тоже бывает. Да, это бывает. Но тогда он присылает мне об этом уведомление. Ну, во-первых, он даже сам музыку не удаляет. Он мне присылает уведомление, что в вашем видео есть аудиофайлы, на которые существуют права у сторонних людей. Они либо все видео блокируют вообще целиком, либо начинают его монетизировать другие люди, а не я. А удалять музыку внутри я могу только сам.
сам собственными ручками, когда я зайду в видео, выберу, что этот кусок надо удалить, там, подтвердить и так далее. Никаких таких подобных сообщений об нарушении авторского права, естественно, я не получал, потому что в этих видео звучит музыка самого YouTube, лицензированная для использования в видео, и на которые права никто не предъявляет. То есть получается, что во время обработки видео на YouTube происходит ошибка, и он либо не понимает, как обрабатывать этот аудиофайл, либо считает, что звук там надо удалить. Похоже, у Google и YouTube проблемы роста, то есть они начинают уже не справляться с тем огромным массивом информации, который им загружаются на серверы. Вы же понимаете, что это все обрабатывается в автоматическом режиме, не живыми людьми, стоят какие-то программы, скрипты, которые это все обрабатывают и проверяют, и явно у них наступает какой-то предел прочности. Вот я вам даже скриншот покажу, это я загрузил мнение дилетанта по итогам правления Путина, и когда я его начал обрабатывать, посмотрите, какое мне видео показывает вместо того, чтобы показать мое видео, которое я загрузил, ну, превьюшку, там на самом деле не видео, это превьюшка, то есть из какой-то вообще левой игры абсолютно. Я не знаю, может, вы узнаете, что это за игра сюда всунута. То есть YouTube уже не понимает, где чье видео. И вполне может статься, что в итоге я смогу обрабатывать чье-то чужое видео, а мое видео обрабатывает какой-то другой человек. Фиг его знает, что тут произойдет. Более того, как мне кажется, тут еще наслаивается возможность стримов на YouTube. Это, ну, относительно недавно появилась такая возможность. А так как тут в реал-тайм времени им надо обрабатывать звуковую информацию, не допускать показа какого-то неправильного контента, то у них вот эти механизмы тоже сломались и как-то влияют на те видео, которые я или кто-то другой загружает. Кроме вот пропажи звука, например, в предыдущих еще видео некоторые зрители жаловались, что был рассинхрон звука небольшой, хотя, опять же, у меня в программе монтажа и в готовых файлах этого рассинхрона нету. И вот как с этим бороться? Естественно, в данном случае лучшим выходом было бы быстро перезагрузить файл. Но так получилось, что я в это время был в отъезде, у меня на руках был только планшет, и я только ваши комментарии читал, расстраиваясь, что получается большая работа на смарку, потому что, естественно, видео без звука просмотрит меньше людей, чем видео со звуком. А перезагружать эти видео сейчас уже нету смысла, потому что большая часть людей, которые хотела посмотреть, посмотрела. Поэтому обязательно мне сообщайте всегда о каких-то проблемах в видео, в комментариях, но не считайте, что это я вам специально так делаю. Это я в первую очередь наказываю себя, а не вас. И еще раз прошу прощения у тех, кто смотрел этот ФФА сериал и не смог получить обычное удовольствие из-за того, что в трех сериях были такие проблемы со звуком. Надеюсь, Google улучшит техническое оснащение YouTube, и такие проблемы уйдут в прошлое. Но они есть. Они есть, я их вижу, и это проблемы и с видео, и с комментариями. И я должен был вам об этом рассказать. На этом все. Ожидайте моих новых ФФА сериалов. Всем пока!